Всем привет, я Лиза. И вот я пришла в мою школу. И сюда приехал депутат городского совета Иван Диденко. Он сюда приехал для того, чтобы подвести питомец субботника на районе Юровки. Иван Владимирович, можно вам задать вопрос? Добрый день, можно, конечно. Как вы определяли победителя субботы? Спасибо учителям школы, которые помогли мне в этом нелегком выборе. Мы совместно с ними проехали по каждой улице и смотрели, где возле двора человек приложил усилия. Посадил цветы, побелил бордюры. Сделал такой порядок, пускай небольшими, недорогой ценой, недорогими материалами, не высаживал дорогих цветов или туль, но просто приложил свою руку и свою душу. Спасибо за рассказ. Спасибо.
Здравствуйте, Тимофей Гаевой. Расскажите, пожалуйста, в чем успех вашей каши? Ну, ее надо готовить с любовью. Надо хотеть, чтобы получилось вкусно, и любить свою работу, любить то, что ты делаешь. Всегда будет получаться. Спасибо, что поделились секретом. Спасибо. Спасибо, Лизонька.